Хей, йога, сами шумики, мы продолжаем проходить игру по названию Looking for Aliens. Ну, погнали, у нас 10 уровень. Они поймали меня и держали в заложниках. Они думали, что смогут вскрыть мое тело и исследовать внутренности. Казалось бы, выбраться из подобной ситуации невозможно. Но для Грея Близал нет ничего невозможного. Но для... Да, все равно... Все верно. Как могут видеть наши зрители, вы не только успешно выбрались с земли, но и прихватили с собой сувенир. Так точно. Это интересные дикие звери, пойманные мной в процессе побега. Опаснейшее. Экзотическое существо. Я называю... А называется оно себя Жон. Меня зовут Шон. Дорогие зрители, да это же тот самый охотник за тайнами. Охотник? Когда в дело вступает Грейл Брилс, любой охотник сам становится жертвой. Хо-хо-хо-хо, мистер Брилс. А почему из всех существ на Земле вы выбрали именно его? Вместо того, чтобы рассказать, я лучше покажу, на что способно это чудовище. Но вначале нужно долететь до дома. Так, ладно. И кто-то додумался сделать новые батарейки для космических компьютеров такими похожими на бочки. Даже высшие существа вроде меня иногда требуется перекусить. Суперкомпьютер может нам быстро переместиться на Луну. У Бубльгу наш новая шляпа. Он нашел ее в холодильнике. Шапочка из фольги защищает Шона от инопланетных экспериментов. Но, по крайней мере, Шон на это надеется. Гизмо опоздал на отправление. И сейчас только его крепкая хватка позволяет ему оставаться вместе с кораблем. Питомец Джидом снова застрял в хвостовой отсеке к хвостам. Джимми любит запастись с едой, прежде чем ложиться спать. Техник Чарльз не справился с работой и утонул в море проводов. Харви оставил обед греться и забыл его. Капитанский журнал точно был на этой книжной полке. Куда он мог деться? Маленький монстр мучает жажда. Вот только это не вода, а топливо для двигателей. Ладно, погнали. А? О, какие-то странные кнопки. О. А, подожди, мне нужно каких-то клещей искать. Так, ну, по крайней мере, карта не такая уж здоровая, значит, будет все довольно легко. Да, я думаю, будет легко. Кстати, может быть, тогда мне бы вышло еще и бы на ту серию. А, так это еда была. Я просто открываю, потому что там может быть этот чувачок. Так, еще два таких чудика должно быть. Стоять, а я, получается, все исследовал.
Так, ладно, что мне это дает? Ну, я открыл черную дыру дальше. Что? Что-то я больше тут ничего такого не вижу. Яблочки вкусные. Так, ладно, что мне вообще осталось? О, манать, мне еще. Даже высшие существа вроде мне иногда требуется перекусить. Компьютер поможет нам быстро переместиться на Луну. Мне еще компьютер нужно найти. Идти же, посади же. Угу, готово. Ага, нашел. Наконец-то. Когда я нахожу всех предметов, я вижу, улучшается эта херня. Маленького монстра, вот только это не вода, а топливо для... А, тю, как я тебя не заметил сразу. Так, и остается только чувак с сюжета. Даже выше существа требуется еда. Около аппаратов. Нет? А, тю, не заметил. Давайте, короче, поставлю паузу, съем яблоко и продолжим. Хотя, как подумал, не, ладно, погнали далее. Так, запись. Запись, все хорошо. Потом тогда поем яблоко. Последние новости из киностудии. Киностудия Space History Film наконец-то представила к съемкам фильма «Земля атакует». Картина посвящена первому прибытию Земля на Луну. На связи корреспондент тут с репортажем прямо со съемки на площадке. Мы видим репортаж с исторического таинства. Поверхность Луны превратилась в храм, где ученые мужи отпечатывают исторические события на свои камеры. Самые известные актеры, сценаристы и продюсеры собрались здесь, чтобы создать впечатляющую ленту с рассказом об ушедших днях. Говорят проще, вы находитесь посреди процесса съемок. Это будет ремейк земного фильма про прибытие на Луну. 50 лет назад он произвел фурор. Мы решили совершить классическую ленту, а для достоверности используем голограммы. Так, ничто так и не согревает на холодной луне, как горячие сардельки. Моя голова переполнена идеями. Главное не растерять их всем. Корова на луне? Вы серьезны? Большеголовый, знаете, тусовщик, но уж больно молчаливый. Какой-то он недорисованный, либо пустой. И чувачков. Это любимые крупные съемки на обходится без... Да, флаг не тот. Хотя... фиг его. Ладно, что по территории? А, территория не такая же... Стоп. А почему территория, если она не такая же большая, она такая пустая? О,
Вон оно что. А, кстати, я в предыдущем уровне же не нашел карточку, да, получается? Готов. Ну, получается, все, да, нашел. Так, давайте я быстренько вернусь на карту. Меню. О, карты. Кажись, я где-то карту потерял. В натуре. Да, на 10 уровне я карточку не нашел. Ну, как раз буду сейчас искать карточку и похаваю. Яблочко. Поэтому ставлю на паузу, ищу. Яблочко я скушал. Тарелочку я нашел. Вот она. Она, оказывается, за креслом была. Чертеж пушки. Ну ладно, теперь мы можем отправляться в next level. Next level, next level. Ох, нихера, там 15 вещей. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в особом месте. Для людей это один из самых загадочных объектов в Солнечной системе, а для нас обсерватория и место для съемок. Мы находимся на спутнике Земли, Луне. Недавно здесь была построена исследовательская база. Маленькие человеки, копавшиеся в своих маленьких научных делах. Прямо как муравьишки в больших муравейнике. Не хотите пробовать на них гигантскую лупу? Не сейчас. Для этой расы время судного дня еще не пришло. Они еще послужат на благо моей цивилизации. Так или иначе, давайте кинемся в лунный быт Земли. Землян. И рассмотрим их поближе. Тим обожает зависать в своем модуле вместе место работы. Так, 10 космонавтов нужно найти. Скоро полетим домой. Желающий попасть на Землю. Головопрых притаился возле ракеты. Так, блядь, надо немножко частики перенести, потому что отвлекают немного. Бедолага Гарри случайно угодил в бочку на складе. Кто-нибудь спасите его. Тихо. Мы очень близко к людишкам. Нельзя, чтобы они нас услышали. Майк. Никогда не против повеселиться в своем кратере. Но вы двухголовый друг вот-вот заберет Арчи из питомника. Инопланетянный сувенир завалялся на складе. Никто не найдет меня в этих скалах. Фермер может вести свое хозяйство даже близко к людям. Они его все равно не найдут. Благодаря маскировке режиссеру стало намного проще наблюдать за людьми и их повадками. Любимое занятие Гордона – смотреть, как машины собирают его секретную специю. Нет лучшего отдыха, чем отправиться с четвертоногим другом на пикник возле кратера. Джером потерялся во ржи у кукурузе. И кукурузе, во ржи и кукурузе. Еп! Ба! Воу, щит. Чё так здоровая такая территория? Так, я как понимаю, здесь кнопочка должна быть. Ладно, давайте начнем. Так, я должен искать белобрысых космонавтов. Так, где-то здесь... Ага, вот кнопка. Так, хорошо. Так,
Кратер, кратер, кратер. Да, ну блин, я в натуре говорю, территория жесть какая здоровая. Блин, надо как-то разделить так, чтобы я мог хотя бы исследовать ее. Деятельность людишек на Луне заинтересовала Слайман. Даже Слаймов? Они типа жижичи? А, вот кто такие слаймики. Взем, 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 взем. Слаймики. Слаймики, слаймики, слаймики. Нет, это еще... А, маслогонка. Ну вот как он превращается? Космолунки. Надо не забывать, что нам еще с вами этот искать. Тарелку. Переходим далее. Так, я понимаю, добываются кристальчики. О, нашел карточку. Все, зашибись. Теперь можно спокойно выдохнуть и искать все остальное. Это белобрысцев. Чуваков, которые могут быть где угодно. Бьем, бьем. Пык. Пык-пык. Там ничего. Пык-пык-пык-пык. Пык. Как пришельцы, да, прячутся от всех. Угу. Ищем кнопку. Что-то это же должно обозначать. А.
Это я сделал, чтобы Жижича найти. Так, хорошо, мы пришли в ферму. Так, чувачка нашел, который потерялся в роже и кукурузе. Жижичи. Еще 4 ученых надо найти. Если вдруг я найду куб с сердцем, это будет сразу же отсылка на портал. Ну, пока что я вижу подобные кубы, но я не вижу те кубы, о которых я вам говорю. Сказано, что они двуголовые. Странно. Ну ладно. Так, подожди. Где-то музыка херячит. Нифига себе, тут вечеринка у них. Окей. Так, вот это, да, территория у нас закрыта. Жижич, как я тебя сразу не заметил. Так, подожди, мне нужен корреспондент. Тема уважает зависать в модуле вместе с... вместо работы. Так, мужик с лопатой мне нужен, мужик, который денсит.
Фермер может вести свое хозяйство даже близко. Ага. Ладно. Осталось найти чувака, который танцует. Еще двух чуваков этих надо, блин, найти. А, любимый занятие город, надо смотреть, как машины собирают его секретную специю. Так, хорошо, осталось только двое. Корреспондент. Чувак, который любит отдыхать. И два этих чудика. Тихо, мы очень близко к людишкам, нельзя, чтобы они нас услышали. Ну, здорово. Окей, сюжетку мы выполнили. Осталось еще выполнить необязательный сюжет. Ну, найти одного слизня. Так, корреспондент. Где может быть корреспондент? Чу-чу-чу-чу. Еще один слизень рабочий мне нужен. Человека слизень. Как я его мог не заметить? Он чисто белого телесного цвета. Может, где-то вот здесь, типа, тише, мы очень близко около людишек. Знает. Мне еще одного белобрысого нужно чело найти, блин, а я не знаю даже примерно, где он может так быть. Так, я смотрю, что здесь в этой части я никого не вижу. А, не, есть один. Но внизу тут нету. Значит, где-то здесь должен быть. Кто там должен быть здесь? Не вижу, не вижу. Нет, тут нет его. Его тут нет. Где мне искать этого?
монстра. Его тут нет. Куда он может... О! Ладно, с этим бог с ним. Где мне искать это? Где слизень может спрятаться? Хотя подожди, если он такого телесного цвета, значит он где-то около таких материалов находится. Хотя... Нафиг его. По крайней мере, я смотрел, ничего не было видно. Ладно, ставлю на паузу, тогда поищу его. Продолжим, когда найду. Ну, так сказать, закончим, когда я его найду. А я, кажется, нашел еще не изученную территорию. У меня есть. Вот. Мы с вами это еще не открыли. Оказывается. Вот наш чувачок. Ну, получается, все, да? Да. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!